Так, все. Всем привет. С вами Аркс, плюй в морду мне. И мы сейчас запилим с вами летсплейчик на Легион Командера. Я хочу поиграть. Сейчас пробовал игру начать, и прикиньте, да чмо какое-то ливануло. Просто вышел из игры. То есть только начинаем пикать героев, он просто покинул игру. Что за ДЦП? Я не знаю. Ну ладно. Легион Командер, великолепный тоже герой. Он как бы очень интересный, довольно хороший. Но если у нас тима будет кончена, здесь мы мало что сделаем. То есть этот герой, он в принципе не может затащить один на пятерых. Особенно если ваши враги будут играть кучкованием. То есть размножаться пучкованием и ходить все время в пятером. Вы уже ничего не сделаете. Вы прыгнете с даггера на одного, а вас в пятером просто раздавят в кусок говна. Самая большая вот уязвимость этого героя, это в первую очередь скиллы врагов. То есть это станы и так далее. То есть когда вы кидаете ульту, ее чем-нибудь перебивают. Вот такая вот история краткая этого героя. Легион Командерша. А, кстати, да, это девушка еще. Как ни странно. В первой доте это был мужик. Но потом он поменял свой пол. Это мы знаем, да, что в Америке это очень популярно. Не знаю, почему в Америке, но это очень популярно. Там тоже в американской армии мужики меняют пол. И вот мы видим пример, он стал девушкой. Такой женственный. Ну это хорошо, конечно, пускай будет больше девушек в доте. Ну что ж, давайте подумаем. Взять как обычно все взять. Да, ну давайте сделаем так, пойдем. Пойдем с таким закупом. Но нам просто не хватит хилки, потом придется один раз бегать на базу. Ну ничего страшного. Мы пойдем фаст даггер. Чисто первым артом. Ой. Первым артом даггер будем собирать. Так, сейчас я поправлю. Лена. Из полиэтилена. Так, все, идем сюда. Что-то он говорит про семью Симпсонов. А, он, наверное, Симпсоны сериал смотрит. Ну, понятно. Смотрим, что у нас есть. О, у меня такая же кура. Ха-ха-ха, прикиньте. Кстати, я очень, ну, может, или вообще не видел, чтобы кто-нибудь покупал такую куру. Кстати, она, по-моему, сейчас стоит 60 рублей. 60 рублей стоит эта кура. Или 50, или 60. Так, все, ждем 30 секунду. Качаем мы третий скилл. Давайте я гляну. А, все, ливанул, да? Дебил. А, ясно. Давайте мы сейчас глянем. Угу. Бинт мой. Видите, вот это парниша пишет, что он со мной в скайпе. То есть получается, что вот это говно, Чаус Кнайч, и вот это говно играет по скайпу. Зачем он наливает ДЦП? Давайте глянем на пик врагов. Вот антимаг, конечно, неприятный герой. Неприятный. Хотя нам-то все равно на него практически. У нас маны будет мало всю игру. А вот таких, как Зевс, он будет просто щелкать, как орешки. Ну что ж, давайте ждать Ливи Рассанова. А я не хочу его ждать, посрать на него. Давай, до свидания, это ее проблема. Нахрен пошла. Слишком много чести. Все, let's go, ждем 30-ю секунду. Я не знаю, почему в доте такая ситуация, что каждую игру кто-то ливает. Я не знаю, честно. Не знаю. Кстати, да, я писал ВКонтакте, что как бы уже есть обновление очень крупное на тестовой, ну, Dota 2 тестовая. Но скоро выйдет в основном клиенте, да? И там, короче, будет огромное обновление. Такого, по-моему, еще не было обновления. Ну, было такое обновление, когда только создавалась игра, да. А так давно не было. Сразу кушаем деревце и начинаем драться. Короче, там очень много изменится. Во-первых, изменится карта, самое главное. То есть перенесут Рошана. Сейчас, видите, прикол в том, что я уже говорил в каком-то видео, что Рошан, видите, находится ближе к тьме. То есть к этой стороне. И им поэтому легче фармить Рошана, убивать. И это дисбаланс. Там, по-моему, даже есть статистика, например, по процентам. Да пошли вы в жопу, дауны тупые. Нахрен пошел. 10 секунд, сейчас, разбегусь. Ага. 10 секунд, сейчас. Ну, сейчас, подожди, 10 секунд. Там была статистика, где больше... А, кто больше убивал, короче, Рошана. Прикиньте,
Сила света убивали 30% раз, сила тьмы 70%. Меня просто поражают эти дауны, да? Играем обычную вонючую паблик-игру. Паблик-игру, которую кто-нибудь в любом случае мне сольет, и при этом мы еще до кого-то должны ждать. Забейте, просто забейте, мне слов нет. Ладно, продолжаем фармить, не отвлекаемся. Все, перенесут Рошан, потом изменят этот хэкграунд. По-моему, сделают так, чтобы можно было ставить варды. Сейчас сюда ставить варды нельзя. Нормально, мы уже на фуле. Потом изменят этот хэкграунд. Теперь сюда можно будет ставить варды. То есть здесь будет такая горка, как здесь. Вот, типа такая горка будет. И можно будет сюда варды ставить. Все, давайте не будем отвлекаться, идем дальше. Второй левел. Второй левел пойдет. Давай, братюня. Я, наверное, даже... Я обычно качал третий скилл, потом второй. Давайте мы сейчас покачаем второй скилл, наверное. Чтобы у нас была хорошая хилка. Посмотрим, может, будет эффективнее. Третий скилл, конечно, полезен, но сейчас, в принципе, не знаю. Но мы будем делать акцент на него, само собой. Но пока мы качнем, давайте второй скилл. Чтобы похилиться так. Нормально. Хилка увеличивается. Ой, заколебали эти кентавры тупые. Не, здесь еще хуже. Нам сейчас нужно много-много фармить и собирать дугер. Все, с маной уже у нас проблема. Давай, братюня. Оп, оп, оп. О, видите, как хорошо регенится. Оп, оп, оп. Оп. И пх. Так, тинкер у нас на лайне. Обоссыш. Чалос Кнайш, это вообще единицы умеет играть за него нормально. Просто единицы. Третья минута, я сбил респаун, молодец. Здесь мне будет, скорее всего, больно. Я, наверное, не убью их сейчас. Я думаю, не убью, да? Или мне... Ну, хотя, смотрите, нормально. Сайлансер. Эх, Магина, Магина, неправильно ты все делаешь в этой жизни. Давай, по роже ему, по роже. Лох! Лох, пожиди, лох! Все, бежим сюда, здесь сейчас ничего не будет. Ну, пойдемте маленьких крипов побьем. Мы будем в лесу только до даггера, да, чтобы уже могли инициировать, влетать и нагибать. Оп, 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 оп. И опять же, здесь тоже зависит от удачи, будет ли у вас работать третий скилл, а может вообще с каждого удара работать. Ну не с каждого, в смысле, когда КД проходит. Хотя там КД почти каждый удар. Одна секунда. Видите, сейчас нету ничего. Нету, нету, вот так вот. Все, 1000 мы нафармили, 1000 нафармили. Здесь сейчас будут крутые крипы. Этих можем попробовать убить. Нормально, пробьем. Потихонечку, потихонечку. Так. Тем более, сейчас у нас пока мана регенится, мы еще можем постоять. А, да. Смотрите, желательно, чтобы против вас не играл Бутсекир. Иначе он спалит, что у вас мало хп и просто вас будут обоссывать. Сейчас давайте подождем. Сейчас мана отрегенится у нас. Ушел мидер. Кто у нас на миду стоит? Я забыл что-то. Инвокер? Да. И пойдемте. Нормально. Опа. Опа. И просто потихонечку следим за игрой. Так, 1200. Ну, хотя бы на... Ну, на минуте 10 мы, наверное, точно соберем. Но хочется пораньше, конечно. Проблема с маной у нас. Попробуем все-таки мы здесь постоять. Сейчас, наверное, давайте мы прокачаем третий скилл, да? Потому что... Ну, мы будем делать акцент на третий скилл. То есть, когда у вас будет ульта, желательно, чтобы третий скилл уже был замакшенный. Чтобы в ульте, да, как можно было чаще срабатывать. Да пошел ты в жопу, даун. Да срал я на тебя. Чмо тупое. Дебилы, вы видите. Сначала одно чмо ливает, потом другое. Да пошел нахрен. Нахрен пошла. Инвалидка ссаная. Дебилы конченые. Крышат. Да срать я хотел на твой крышет, дурачок. Когда я ливаю, это не ливаю, когда меня выкидывает, да, за интернета бывало.
Никто паузу не ставит, заметьте. А я не прихожу и не начинаю ныть. О, что, паузу не поставили. Я прекрасно их понимаю, меня никто не должен ждать. Какого-то фига, какого-то инвалида. Сначала одну дуру ждали. Теперь второго инвалида. У них они обои по скайпу сидят. И обоих дота крышится. О. Так, ну давайте, давайте маленькие, крепкие, пожалуйста. Не кентавры. По-любому кентавры, да? Ну, посмотрим. Нормально вроде. Пробьет? Давай. Давай, детка. Парень. Во, у нас еще и скилл отрегенился. Отлично. Давай, поехали. Оп. Оп. О, смотрите, все, мы уже пошли в плюс. Пошла нахрен. Можешь ливать вместе с ним. Все, мы уже пошли в плюс. Опа. Так, 1700, еще 400 нам нужно. О, нормально, нормально. Нам пока везет, везет с крипами. Там Зевс балуется. Убегай! Па! Блин, какой кусман оторвали от Зевса. Ну все, смотрите, отлично мы сыграли, да, то есть мы ни разу не сходили на базу. Все идеально рассчитано было. О, Зевс еще и сдох, молодец. Все, появилась у нас ульта, но нам пока ульта не нужна. Да срал я на тебя, даун. Пускай ливает твое говно. Нам пока ульта не нужна. Ой! Ау, репорт, гойс! Ну да, давайте, я посмотрю на ваш репорт, давайте. Окей, о. Ладно, давайте, я паузу отменю еще одну. Ну, я говорю, это больные люди, просто больные ДСПшники, что еще мне сказать? Давай, детка, давай. Нормально пробили. Так, 2000. Самое главное, чтобы нас сейчас не убил никто. Будет печально. Все наши старания будут коту под хвост. А когда будет даггер? Ох. Видите, даггер отлично тем, да? Тем, что мы сможем высыплять врагов. Особенно раненых. Вот ранняя стадия игры, это офигенно. Когда вы прыгаете на полуживого и ультуете, да? Ну и когда выигрываете вы драку, само собой, вы получаете его дамаг. Ну не его дамаг, а бонусный дамаг получаете. Вначале это очень важно. Очень важно. Все, давайте сейчас сделаем так. Покупаю даггер, надо накопить на даггер и на ТП, и все. Даггер, ТП, даггер, ТП. Ну и... Было бы матно, если бы я еще левел поднял. Ну, смотрите, у меня получается даггер на 9 минуте. В принципе, нормально. Если вы можете быстрее как-то, молодцы, это хорошо. Все, даггер есть. Теперь мне нужно сейчас накопить на ТП-шку, чтобы я с базы не шел, как дебил пешком. Я думаю, этого крипа хватит, наверное. Там 30-ник дадут, 24. Хватит, да, пока мы дойдем. А, или можно попробовать убить. Давайте попробуем убить это говно. И левел получить. Не получится, да? Не-не-не-не-не. Ладно, все, пошлите. Не будем рисковать. Ну все, начинается наша игра. Там какая была? 8 минута 40 секунд примерно мы купили даггер. Теперь начинается наша игра. И сейчас будем просто прыгать, пока наши враги, да, еще тонкие. Мы будем сейчас прыгать и просто забирать. Давайте мы даже купим еще банку маны. У нас может быть проблема с маной. Вот это говно надо убить. Давай, детка, давай, давай. Давай, Легион Командер, вспомним детство. Ой, вспомним молодость. Пошли, 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 пошли. Так, тихо, тихо. Так, сейчас нужно что-нибудь придумать. О, их еще и трое. Да, что-то какое-то плохое место я пришел. Хотя давайте подождем. Может, не получится у нас, сейчас попробуем. Их четверо. Четверо уже? Твари размножаются, а? Пучкованием. Так, один свалил, это хорошо. Нам нужно, чтобы убили одного крипа. И было бы хорошо. Угу.
Надо все продумать, так у них еще станы есть, фигово. Сейчас ждем сайлансера, короче, будем убивать. Нужно быстрее сделать. Давай, давай, давай. Давай, пойдем, пойдем, братюня. Привет, братик мой, привет. О-о-о, все, отлично, победитель по жизни. На, ну, чмо, двоих забрал. Ну ладно, не страшно. Все. Начало положено, смотрите. Кстати, коня убили еще. Опа. Кстати, у нее отличная анимация атаки, ей фармить вообще превосходно. Можно даже на лайне стоять и фармить. Опа. Опа. Ну видите, чмо. Он не саппорт, конечно, какой он саппорт? Он не саппорт, он кэрри у нас. То есть получается, на стиме ни одного саппорта нет. Ну, кроме ЦМ-ки. И то, скорее всего, она тоже в кэрри собирается. Не саппорт, смотрите. Ну ладно, все, идем дальше. Так, все, качаем второй скилл и идем драться опять. Ману у нас хватает. Во, во, вот это говно нужно убить. Пойдем, пойдем. Так, сейчас, сейчас поймаем кого-нибудь, давай. Так, ну и дальше собираем тапок. Дальше собираем тапок. Бичиха. Видите, они тоже постоянно ходят троем, четвером. Тоже, скорее всего, скайперы. И ждем подходящий момент. Смотри, как они летают. Так, дайте мой тапок быстренько, по-быстроляну. И сразу реализовываем ульту. То есть наша задача, да, как можно быстрее сейчас поубивать. Даже не то, что мы будем убивать, а вообще, как можно больше выиграть дуэли. Чем раньше, тем лучше. Видите, еще хорошо, когда рядом с нами есть тиммейты. То есть они могут помочь нам выиграть дуэль. Ага, стан от бога, да. Нормально, так. Там внизу драка происходит. Опа. Ну хорошо, давайте тогда заберем мид. Тут всем срать, и мне тоже срать. Да-да, уйди ж ты. Немного подлагивает. Оа, как профессионал. Все, отлично, собрано у нас тапок. Так, начало положено. Дальше мы что будем собирать? Дальше мы будем собирать барабаны. У-у-у. О, короче говоря, пока курица долетит. Пойдем, братюня, давай, я бегу к вам, как могу, на всех ногах, руках. Давай, давай. Ну, чмо, помогите кто-нибудь. Да, помогли, спасибо. Молодцы, красавцы. Спасибо, говно, что помог, спасибо. Спасибо, друзья мои. Типичная донная тима, типичная. Go back to Russia! Смотрите, да, они что-то еще... резвятся, вы видите, да? Они даже не знают, что их ждут, этих ДЦПшников. То, что сейчас меня втроем убили, втроем, да? Смотрите, раз, два, три, видите, втроем. Не знаю, что они думают. Ну, хорошо, хорошо, давайте. Go back, ну давайте, go back, go back. Go back! Go back, go back, go back! Пока, пока, бак мой. Go back, King. Easy breezy. Чмо, вот, видите, бесит его сраные эти, блин, машинки. Забейте, они даггер мой перебивают. Ну, мы в любом случае собираем, продолжаем собирать это говно. Давай. Опа, опа, ооо. Как же больно-то мне, ну, убейте это говно. Живи, детка, живи. Прикиньте, на говне выжила тварь. Ну я говорю, вот это наша самая большая проблема, когда у врагов такое, такая куча дерьма, да? Очень много ауе скиллов и так далее. Очень много дамага идет. И все в нашего героя. Но ничего страшного, мы пробьемся, пробьемся.
Так, давай, хиль, сколько надо тебе? 180 маны, да? 180. Очень много, много дамага идет. БКБ собирать, конечно, вообще смысла никакого нету. Давай. Попал, молодец. Мне опять дагер сбился. Ну что ж такое? Пока говно. Суши сухари. Опять мы выиграли. К сожалению, видите, киллы к нам не идут, потому что еще тиммейты стилят. Но все равно нормально. Хотя бы мы убиваем, выигрываем дуэли. То есть мы накапливаем сейчас атаку, это хорошо. Самое главное, это дуэль. Даже если у врага 1 хп, все равно кидайте дуэль всегда по КД. А тут уже плюс 30 атаки, это хорошо. Так. Давай, детка, поехали. Отлично, забрали бомжа. Гол ту Россия! Опа, минусанули. Нормально, ок. Так, давайте подождем. Скоро у нас будет мана. Скоро будет мана. Самое главное, нам это минимум умирать. Стараться минимум умирать. Ну давай, чему, давай. Ну господи, давай, поехали. Отлично, еще один выиграл. Ну пока. Че там говорили? Go to Россия. Хорошо, с удовольствием. Я из России никуда не поеду. Россия лучшая страна во всем мире. Поэтому у нас уже 2-1, 3. И мы выиграли уже 4 боя. Нормально, идем дальше. Все, собираем потихонечку барабаны. Хорошо, что мы силовик, это очень хорошо. Мы сейчас будем собираться в силу. Уже 1400 хп. Блин, столько героев вам хочется показать, весь потенциал. Например, можно, могу показать вам, как делать просто профессиональные блэхолы на Энигме. Как делать по минус 4 за Энигму. Очень много можно показать. Можно за Акса показать. Так, там у них это говно оранжевое, да? Ну, пойдемте прочекаем. Где-то, мне кажется, здесь. Вот он, да. Ты же убежишь? Далеко. Далеко, я не допрыгну, к сожалению. Нет. Вот увеличили бы дальность даггера, было бы шикарно, конечно. Ну что, я здесь. Так, трое. Нет, на троих я не буду прыгать. Давай, детка, ну... Отлично. Живи. И первый скилл. Опа. Все, забрали крипов. Они сейчас ливану же, как я понимаю, правильно? Заколебал он со своими вонючими этими башинками. Просто забейте. Так, ну все, смотрите. Мы опять выиграли? Да, опять выиграли. Теперь я апнул, короче, ульту. И мне будет... Ты мне принесешь? И мне будут даваться теперь 14 за победу. Сначала 10, 14, потом 18. Ох, да пошла ж ты в жопу, ДЦПшница, а. Обоссанная. Так, все, смотрим. No Dagger! Ты нажми на героя, чмо, и посмотри, No Dagger, не No Dagger. Все, у нас уже 158 атаки. Отлично, отлично. Есть уже первый нам полезный итем. Дальше мы будем собирать. А, конечно же, мы будем собирать Bloodmail. Конечно же. Bloodmail нам нужен всегда. Всегда собирайте на Легион Командера Bloodmail. Великолепный арт. Мы не убьем Соло, я думаю. Или убьем. Детка, давай, пожалуйста. Отлично, убиваю Соло. Пока, говно. Go to куда там, а, да? Домой? Ну хорошо, давайте, пойду я домой. Только сначала немного пофармлю. Как немного, много пофармлю. Мы уже нафармили много, я думаю. Пока. И ждем. Все, я первый скилл прокачаю на один раз, чтобы отводить крипов. Мы будем делать акцент на сейчас на плюсики. Нам важнее сейчас характеристики наши. Ну смотрите, ну в принципе я не сомневался, все. То есть полная доминация. 170, 177 атаки.
Отлично. У инвокера ветрака что-то... Вот, я говорил. Вот это плохо. Ну кинь же стан, дура. Давай, детка, поехали. Опа! Он ультанул, прикиньте. Он ультанул! Чмо конченое. Ну это типичная игра Зевса, да? Ради того, чтобы состилить, он готов все скиллы потратить, массовые ульты. Прикиньте, мы втроем били, втроем одного героя под моей ультой. И Зевс сделал массовую ульту. О. А, у меня есть барабаны, я забываю. У меня нет ульты, поэтому ждем ульту. Также сейчас будем пока юзать барабаны, но мы не будем потом покупать рецепт. То есть просто на один раз используем. Во, вот это говно я бы сейчас убил с удовольствием. Он уйдет, да, уйдет. Во, пошли, давай, детка, давай. Они без меня убьют. Привет, мой друг, пока, мой друг, пока, пока, мой друг. Ты куда, чмо? Ладно, все, я пошутил. Развалился кусок дерьма. Так, что у нас? 5-1, нормально, потихонечку набираем обороты. Опа. Ну, пойдем сейчас убьем еще одного крипа, и будет Бледмейл. Всегда необходим Бледмейл. Например, против антимага хорошо пойдет. Против того же Тинкера. Ох ты. Нет у меня, нету ульты, блин. Я хотел кинуть, но ульты не было, да. Супер, говорит. Чу, прикиньте, это даун, даже не знаю, что у меня КД ульты было, ну. Так, а он сделал ТП или отменил? Скорее всего, он отменил, да? Да, потому что не было анимации даггера. Но в любом случае, сейчас делаем тогда вот так и вот так. Они все будут разваливаться только так, поверьте. Ой, у нас уже атака 200. Сейчас будут разваливаться только так. Выкинь, нормально. Возьмем. Все. Барабаны мы будем использовать реже, когда будет необходимо. Теперь у нас есть Бледмейл. Все идет абсолютно так, как обычно идет. То есть никаких проблем они мне не доставили, я вам скажу честно. Никаких проблем не доставили. Так, отлично, все, еще один левел апнули. У нас уже 1700 хп, 1700 хп уже. У меня бы Тинкера, конечно, убить было бы уматно. Давайте попробуем его выловить. Я его убью 100%, если я ультану на него. Но проблема как раз в этом-то и будет, ультануть на него. Давай, Тинкер, детка, прыгни, ты же хочешь сюда прыгнуть. Давай, чмо. Че, не будешь прыгать? Блин, долго так мы будем стоять. Ладно, пошлите поможем нашим тиммейтам. Хотел выловить, но не получилось, ладно. Давай, братюня, давай. Сколько там еды-то, а? О, друг мой сердечный. Опа. Ну, пошли подеремся. Опа. Спасибо, брат. А вот, просто уважаю тебя. Ну, правильно, зачем надо было уходить? Пускай он же меня пофидит, молодец. Молодец, огурец. Давай, покушаем. Крипа. Пофармим. Нам, видите, он помогает. Я не знаю, что он делает. Он, видите, умер, да, и решил, короче, не знаю, поиграть крипами. Молодец.
Все, собираем еще дезолятор потихонечку. Давай, детка. В жопу себе помигай, чмо. Я пошел бы на Рошана, но с такими чертами я не пойду. Ну и давайте уже какой-нибудь итем выложим. Например, топорик. Видали? Все, уже просто рубим на куски. Ну и ульту апаем. Так, у нас сколько маны? Нормально пойдет. 7-1. Ну, мне хочется лучшую стату. Уже, в принципе, она лучше, потому что у нас одна смерть, а у этого дебила две смерти. Мужи его обошли. Так. О, вкусняшка бежит. Так, подождите, нам нужен даггер, даггер, даггер нужен. Что у него? Инвиз. Yes. Ну где эти твари? You... Пока, моя подруга. Ну давай, давай, чувак, давай. Беги, детка. Ой, как же здесь много говна. Да. Ну, стандартная тима. 4-0, как всегда. Это, в принципе, и бывает у нас. Вы видели, стояли втроем. Втроем стояли. Чмо, просто чмо. Чмо. Ну, я говорил, опять же, мы бы убили этого лоха 100%. Но, да, сделали очень... Втроем, трое меня били, опять же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть киллов. Ну ничего страшного. Ну подарили им победу. Бина только вот этой кривой тиме. Посмотрите, этого ДЦПшника нулевого. Смотрите на этого дауна. Да. О господи, какой он нулевый. Какой нулевый-то, а? О господи. Забейте. Само собой, когда вы играете, полагаться можете только на себя. Никогда в жизни не полагайтесь на тиму, потому что они всегда будут нулями. Всегда. В любой тиме будут у вас 4 нуля. Стояли втроем, могли помочь мне убить. Нет, они пошли, просто сдохнул. О, давай, давай, детка, пошли. Так, ну, инвокер там с одним скиллом играет. Хорош-то вообще убили? Так, подождите, а Рошана-то убили или не убили? А, его даже не убили-то. Мы конченые дебилы. Получается, и мне не помогли, и Рошана не убили, и сами сдохнули. Ну, это просто лучшая тима, чем сказать. Красавцы просто. Я думаю, сейчас еще у меня еще украдут Аеги. Смотрите, по-любому уже будет стараться своровать. Давай, давай, детка, забираем Аегу. Пойдет. Пойдет. Хотя мне эта Егана нахрен была не нужна, ну ладно. О. Блин, опять даггер сбила, мразь. Но у него это говно не бесконечное. Пока. Пиши письма. Окей, давайте. Ну все, потихонечку это будем сносить. Пошли вниз. Давай, детка, пошли. Заколебался им торнадо уже. Чмо. Ну, срать, срать. Это клоун, он не нужен здесь вообще. То есть он ничего не сделает абсолютно. Это санный клоун. Поэтому мы сейчас бежим и просто сносим весь низ. Так, у нас 128 плюс дамаги. То есть уже у нас 300 дамаги. 300! Совсем недавно было сколько? Было 200, уже 300. Пойдем. А с дезолятором, ох, да, страшно подумать, что будет. Я готов ворваться, у нас есть Аегис, так. Сейчас, давайте, сейчас, вы быстрее, давай, быстрее, 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 вот, отлично, все. Ну! Опа!
Опа! Пошла отсюда, псина подзаборная. А мы сейчас пойдем просто снесем вышку по боля. Опа! Оп! 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 Так я ж тебя уже убивал, нет? Давай, детка. Отлично. Вот она, тварь. Но у нас нету этого говна, нету. Нету у нас ничего, поэтому мы просто уходим. Пока. Так, у нас еще топ сносит, мразь. Давай, детка, детка, ну. Нету ТП у меня. У меня 6 слотов. Ну чмо, ну ты тварь. Ну это, знаете, в последнее время я смотрю, пошли такие конченые чмошники, да? Антимаги, они просто крысят. Просто играют в крысу, конченые твари, и все. То есть они даже уже практически не дерутся, они просто в крысу. Давай. Пока, красотка моя. Вкусняшка. Сладкая. И теперь сравните мою игру, да? А вот, кстати, он уйдет, нас нечем просто сбивать. Просто нечем. Сравните мою игру и антимага. Нулевочки. Кстати, нужно будет тогда покупать, наверное, или травела, или типа такого. Потому что эти чмыри, они будут крысить всю игру-то 100%. Ну, мы сейчас делаем таким образом. Начнем собираться тогда сейчас в крит. Потом, когда Аегис освободится, у нас будет ТП. Он сейчас наверх пойдет, по-любому, я вот уверен. Так, давайте, поймаем эту мразь, и все, жопа ей будет. Нет, ну что ж такое? Давай, детка, где? Бегу, как могу. Давай. Ясно. Ну, это говно хотя бы убьем. Нормально. И пофармим немножечко. Так, там оранжевый антимаг. Ой, стан кинул. Все. Вся игра Висаджа. Пока, дурочка, пока. Пока, говно. О, это уже, кстати, опасно стало. Пока. Так, антимаг, да? Антимаг, хочешь сказать. Нам нужно убивать антимаг, когда у нас будет ульта в идеале. Когда будет ульта. А, у нас же еще Егис есть, точно, я забыл. Че ты говно прыгни, давай прыгай на меня. Подеремся с тобой, давай. Так. Вот мне бы это дерьмо выловить. Давай, давай, детка, пошли. Пойдем выловим. Эх, моя любовь. Я тебя люблю больше всего в жизни. Спасибо. Ну что, сколько у нас? 12.2 пойдет. Чмо. Не, ну мы его не догоним, конечно. Без ульты я здесь ничего не сделаю. Пошла нахрен. Да обычная крыса. Чё он говорит? Просто крыса, да? Он будет бегать так всю игру. Клонитас. Кстати, у нас это нету. ТП, это очень плохо. Нужно еще Аегу просрать. И ждем ульту. Ульту. Блин, как же она долго-то, а? Он сейчас пойдет, наверное, крысить наверх. Нам просто... Я говорю, мне нужно его выловить, и все, вот он. Да? Давай, детка, давай. Он видел меня, я знаю. Отлично. Опа. Ну давай, чмо. Опа. Шмара, пока. Ну, уходи же, уходи, детка, давай. Уходи.
Да, это было очевидно, тварь. Конченое дно. Yes, kill! Да, yes, kill! Покажи свой статус, 13.3, у меня 13.3, вот и все, пошла в жопу. Чмошница. Вы видите, как они радуются. Как они радуются, хоть смогли что-то сделать в этой игре. Кстати, я могу сейчас сделать выкуп и обоссать эту бомжиху, но нет, смысла нет. Нулевка, просто нулевка. Так я бы убил, вы сами знаете, 100%, если была бы ульта, ульты не было. Вот у него ульта была, у этого нуля. А у меня ульты не было. Такая вот печаль. У него ульта была, у меня ульты не было. Придется что-нибудь продать. А, или просто тапок перепродать и все. Давайте мы так тогда и сделаем, да. Начнем собирать уже тогда травела. Травела. Молодец, вот и все. Изи-бризи. Ну это Зевс нулевый, что сказать. Пока! Напиши давай, yes kill. Не, сейчас мы все сделаем идеально. Сейчас все сделаем. Как будто у нас еще криты, сейчас просто куски будем отрывать. Да мы любого убиваем, конечно же, соу. Любого абсолютно. О чем говорить? Нам сейчас нужно придумать. А, так я уже все могу купить травела, отлично. Вот и все. Проблем теперь с ТП у нас не будет. Привет, Тинкер! Лохсаный! Опа! 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 Нам бы еще ворды бы поставили. Удали два удара. Ха, пока. Угу. Смотри, какие крысы наглые. Ну я говорю, такие крысы, это просто забей. Я не успею добежать до них. О! Давай, давай. Привет, мой друг! Пока! Опа! Ну, давай, с одного удара. Это я понимаю. Так, самое главное, нам не упустить момент. А, у него уже все, ганим. Не упустить момент. Когда эти чмошники будут топ сносить. А они будут, они в крысы будут сносить топ, точно. Сейчас, конечно, надо будет Тинкера еще поймать. Во-во-во. Пошли, пошли, пошли. Давай, детка, давай. Вот он, Тинкер. А, у меня ульты нету опять. Ну что ж такое? Отлично. Фу! Нормально, все. Не забываем, что его машинки, когда попадают на наш Бэдмейл, то они его дамажат. Я даже могу без Бэдмейла напасть. Попробуем сейчас, давай. А, в принципе, раз, два. Привет, мой друг, пока. Пиши письма нам. Ха-ха-ха. Мы видели все, да? Три удара. Лох обоссанный. Кстати, еще бы неплохо собрать ему было бы БФ, если подумать. Да, там бы такой сплошь урон шел, забейте, просто куски бы отрывало. Можно бы собрать БФ после барабанов. Сейчас мы соберем чисто в крит, чтобы у нас был огромный крит, там по 1000 отрывало куски. Ну, игра затягивается. Кстати, у нас конь вообще нулевый. Он вообще итемов не смотрите. Это итемы со второй минуты максимум. Игра очень сильно затягивается, конечно, очень сильно. Так, мне нужно еще немножко голды накопить. 400. Реально, попробуем. Я еще ни разу не видел этого героя с БФ. Вот уже можно будет купить. Так. Подожди, подожди, подожди. Иди на базу. Так, отлично. Все, БФ у нас есть. Нажмем даже вот так. Эй, эй. Вот, тайник. Все. Ну чё, давайте будем начинать доминировать уже. Давай, давай, детка. Ну, 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 ну. Ну. Отлично.
Я вообще не знаю, что. Я не понял, что было. Да дай пройти, даун, пройти, дань. Отлично, пошли, пошли, пошли. Как же здесь много всего-то, Господи Иисусе. Нормально. О! Наш старый друг. О! Все, нормально. Это было быстрое ТП. Ну, мы сделали свое дело, да? Я танканул, весь дамаг принял. Посмотри, сколько дамага. 1600 урона от лоха Санова. Все отлично. Ну, само собой, мы здесь выиграли без вариантов. 100%. 100%. Потому что, видите, вот Тинкер, да, он нулевый. То есть он делает то, что, в принципе, абсолютно обычный Тинкер делает. То есть он сейчас набрал свой максимум. То есть он больше уже ничего не сделает, понимаете? Это все, это его максимум. Он же сел, 6 лотов по-любому есть. А что он будет делать потом? Ничего. Максимум, может, хекс соберет. Уходи. А ракеты нет? Он и ракеты не качал, я думаю. Очень слабый Тинкер. Ну как слабый? Я имею в виду игрок слабый. А герой-то сам по себе сильный, конечно же. Именно герой. Потому что у него очень сильный прокаст идет. А играет за него нулевый Тинкер. Просто нулевый. Мы убьем его в любом раскладе. Если мы будем целенаправленно идти убивать его, убьем 100%. Ладно, в любом случае, у них есть пуш-потенциал, это очень важно, надо учесть. Можно также понакопить еще на выкуп, это было бы, конечно, офигенно. Это дерьмо, я тоже убью, без всяких бэдмейлов могу убить. Ноль, ну смотрите, просто ноль. Нам топ снесли, просто снесли топ говно. Молодцы. Вот он, это наш Зевс, вы сами все видели, это Зевс. Ну давай, чмо. Давай, говно, давай, пошли. Опа, 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 пока. Ты напишешь что-нибудь, нет, в чат? Ну я говорю, ну, Зевс абсолютно бесполезный. Это, кстати, это очень сильный герой. 7-8, очень сильный герой. О, у нас все критули появились, отлично. Не, проиграть, конечно, мы здесь можем спокойно. Да срать я хотел, срать хотел на твое говно это. О, а это уже все опасно. Фига, они прям все такие крутые. Такие злючие. Первый скилл мы качнули. Сейчас все крипы пойдут к нам. Так, пойдемте задефаем вниз. Ну все, смотрите, Тима наша уже начала сливаться. То есть просто сливается в говно. Давайте все же соберем БФшку. Посрать на выкуп. Будем без выкупа пока. Так, там синее говно бегает, да? Люблю висаджи, который не умеет контроля, да? То есть, получается, он своим героем не играет? О, моя любовь. Пока. Спасибо тебе за еду. О, как больно-то. Давай, ну. Ну, черт. Никто никогда не купит пыль. Никогда. Играя с такой Тимой, никогда пыль никто не купит. Забейте. Никогда. Ну, ДЦП. Просто ДЦП. Ладно, продаем это. И покупаем вот это. И все, и мы будем чисто в 6 слотов. Ну, правильно. Все правильно. Будем 6 слотов, остальное на выкуп. Так, здесь мы уже ничего не сделаем, я думаю. Давай, говно, пошли, пошли. Все? А, вот она, тварь. Ну, чмо. Чао, чао, какао. О, я еще и выиграл. Уходи, братюня, уходи. Уходи! Нет, не ушел, ладно. Нормально. Так, давай, братюня, уходите. Нормально, минус 2, смотри. Все, всех убили. Уходи назад, уходите, чуваки. Живи, дебил слепой. Все, минус 2. Минус 2. Нормально, проживем. Чао. Мне так нравится комментарий этого ДЦПшника. Это вообще забейте. Чао. Просто ржу с этого дауна.
Прикинь, как он потеет. Это забейте. Он вот так жопу надрывает. У меня смотрите, сколько дамага. Посмотрите на мой дамаг. Вы посмотрите. У меня, сука, 640 дамага. 640 сраного дамага. 640. 600. Ну, они могут, я говорю, убить только вот этими станами, всякими разными дисейблами и так далее. Ветра, метеорит, это, конечно, да, это больно. 600, мне первый раз стали столько, 640 дамаги. 640. Давай, детка, давай, 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 быстрее. Рождайся, сейчас мы соберем последний арт и все, остальное все оставим на выкуп. 13-12. Еще бы наш конь бы мог что-нибудь. Он, у него артов вообще нету. Кстати, если он соберет БКБ, это будет приятная новость. Ну давайте, атакуйте, атакуйте, дебилы. Молодец, красавчик. Вся игра. Вся игра ДЦПшника, вы видите сами. Все, отлично. Все, последний наш арт. Остальное все пойдет на выкуп. 600 атаки, офигеть. Ну что ж, пойдемте кого-нибудь поймаем. Мой друг, привет. Оп, оп, оп. Отлично. Хорошо, я пошел. Не, посмотрите. А, все, жопа, жопа, жопа. Да, живи, детка. Не, конченый, конечно. Просто конченый. Я пошел отсюда, чуваки. Лучше мне выжить. Фух. Не, смотрите, сильный прокаст у этого убытка. Очень сильный прокаст. Давай, давайте, давайте. Ну, убейте этого дебила, убейте его, пожалуйста. Молодцы. Ну все, Тима начинает тащить. Давайте, чуваки, давайте. Я иду к вам, давай. Я бегу. Пока, мужики. Сносим мид. Сносим мид. Ха-ха. Лохи ссаные. Сколько у нас дамаги уже? 600-730. Да, и нукер там нулевый. Ну как нулевый? В принципе, что-то в нем есть немножечко. Потенциал. Маленький потенциальчик. Пошли, я бегу. Если я поймаю нукера, он, конечно же, в жизни не выживет. Давай, детка, пока! Моя любовь навеки. Я тебя люблю только так. Ты прекрасное создание. Изи-бризи, самая легкая игра мира. Да пошли вы нахрен, дебилы. ДЦПшники, я один снесу, можете не сносить. Стойте там АФК, крипов бейте, я один снесу. Ну что ж, 600, 700, короче говоря, миллион дамаги, миллион. А, они только что включили, короче, броню. Защиту. Ульты у нас нету. Опа, опа. Опа, о, нам еще и топ кто-то сносит, да? Ну ладно, пойду я сделаю ТП-шку, что ж. За дефой, оп, опа. Опа, вот это с поиска урон пошел, это я понимаю. Опа, опа. Все, 3500, на выкуп у нас есть. На выкуп у нас есть. Так что будет опять драка, поэтому пойдемте к нашим тиммейтам, драка раков. Давай, братюни, я бегу к вам навстречу. Ах, все, передумали, что ли? Ну, давай. Ой, случайно убил еще одного, бывает. Ой, еще одного убил, извентиляюсь. Ну, пойдем уже снесем, ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Ульты у меня нету. Такие у нас дела. Фу-у-у! Пока говно. Вообще бы я предлагал сделать так. Че же мы голову-то ломаем? Пойдемте просто снесем и все топ. Опа! 5000 голды. Ну, я уже не буду файниться, покупать рапиру. Нет, это уже бред. Просто пойдемте уже снесем. Антимаг, ты все ливанул, как я понимаю, да? А, сейчас скажешь, подожди, давайте подождем антимага. Ну что ж, ждем, ждем 5 пауз.
Что они там говорили, там, go to Russia? Да? Лучший остаток из 10 человек, 22.5. Ну ладно, go to Russia. Лохи ссаные. Ну, видите, они не знали, на кого они напали, ублюдки кривые. Вот, видите, работает наш сплэш урон. Опа, опа, какие куски отрываются. Опа, 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 опа. Блин, ну как же ты меня заколебался иметь вонючими... Давай, детка. О, забрали. Уху! Нормально, нормально, минусанули. Давай сразу тогда сносим вышку, что там церемонится. Сейчас он скинет свои обоссанные станы. Давай, детка, давай. Ладно, уходим, уходим, братюня. Уходим! А, тихо, 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 тихо. Нормально, минусанули. Так, не забываем смотреть на базу, очень важно. Смотрим на базу. Опа! Ой, один удар, извини меня, друг мой. 10 тысяч голды! Это мой рекорд, я вас поздравляю с этим рекордом. 760 атаки, 10 тысяч голды. Это лучшая игра за этого героя. А ты что ли настоящий? Да, ты настоящий. Ладно, так уж и быть. Ну-ка, кто там что говорил про нас? Ну-ка, давайте, мужики. Изи-бризи! Изи, правильно. 10 тысяч голды и больше 700 атаки. Ну, а не ох, я говорю. Это просто было по изи. Еще могли раньше уже убить. Изи-бризи. Ну что ж. Вы видели, начало было тяжелым, потом обоссали. Стата 26.5. Вот так. Вот такой вот у нас летсплей. Я говорю, что они скайперы. Все, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.